Я прилетаю в Омск, невероятный мороз, куча снега, просто какое-то счастье. Спой что-то. Ленка, что в руке? У меня эта дымилка в руке. Сейчас мы с вами вместе что-нибудь споем. О, простите. Давлю на газ, свет погас, полночь манит нас, и мы далеко. Это моя песня, кстати, играет. Там пою я тоже, и здесь подпеваю тоже я. Пропусти, козел. Громче и громче, мы на пределе. Никто не узнает, мы так хотели. Я твой медленный яд, выпей меня до дна. Смоет слезы вода, а утром проснусь одна. Включи песню «Большой и толстый хуй». А я так люблю, когда большой и толстый хуй во мне. Да? Шу, ща блевану. Ну иди поблю, чувак. Ты спала с Димой Матросовым? Я не знаю, кто это, какой Дима. Я вообще с Димой, по-моему, никогда не спала. Ну ты мудак. Вот, вот бывают же такие козлы. Вот доезжаем, бля, как телепорт. Ребят, есть светофоры, и я с ними ничего не могу поделать. Фуд-фетиш нравится? Ну, как-то... В общем, да, я не против любых фетишей. Чё ты приехала? Да уже совсем вот поворот последний скоро. Вот уже совсем рядом. Подождите еще минуту. Что же вы меня все торопите? Так, бля. Обожаю, когда кто-то матерится. А это заводит. Блин, я проехала поворот. Fucking shit. Договорилась. Вот, теперь придется ждать еще, пока я поеду развернусь. А где развернуться, я даже не вижу ближайшие. А я на тебя смотрю. Давай, сучка, быстрее. Вудман хочет тебя. Я еще оставил 50 оттенков серого. Так, телефон к чему прикрепила? У меня держалка на стекле, бля, некоторые так общаются мерзко. Зачем вообще смотрите трансу? Кто здесь трансу? Ой, бля, представляю, сколько болтов тебе было. Ну, представляй, я тоже люблю фантазировать там про болты и все такое. Только скажи заранее, чтобы чат убрать. Хорошо, скажу заранее, что я приехала и вот сейчас буду показывать. Да? Что, да? Да! Лена, привет! Привет, дорогие друзья! Мы тут ехали-ехали, немножко проехали. Какие места интересные, парк. Не врешь? Постани, помастурбируй. Постани, помастурбируй. По-моему, это все делаете сейчас вы. Так. Это лес. Наконец-то меня завезли в какое-то темное место.
не проехать поворот. Надо не проехать поворот. Со сколькими мужиками было. Но я не считала никогда с мужиков. Они мне не для этого. Каждый раз, как последний раз. Так, кажется, сюда. Амстердамский проезд. Да, вроде как бы я на верном пути. Мы свернули туда, куда нужно. И вот сейчас только среди домов еще последний поворот. И будет сюрприз. Я покажу часть тела как бонус всем, кто был со мной этот час. Мы разговаривали о весне, погоде, шутили, об предстоящих планах, о моем секс-шопе на berkovatoys.ru, о том, как все, о любви, о плотских утехах, на сексуальные темы также разговаривали, кто что любит. Потом мы даже говорили мне гадости. Самая неудовлетворенная часть публики. У нас еще пойду видео посмотрю другое. Ну давай, иди, я уже почти у цели. Сейчас где-то должен быть последний поворот через 20 метров. Блин, fucking shit, я не понимаю этот навигатор. Покажу какую-нибудь часть тела, обнаженную. Сейчас она одета. Так, ну, вроде норм. Бля, я сама уже думала, что я приехала. Должна была давно приехать. Я ехала 1.5 часа. А все потому, что нечего трындеть за рулем. Потому что надо ехать и смотреть на дорогу. И тогда все будет быстро и правильно. Ты знаешь Лену Кудрявцеву, нет? Порно-актриса. Йоу, да, мы здесь. Зачитай рэп. А я не умею. Я не пробовала. Мы и так все видели. Ну, как сказать, есть некоторые новые детали во мне. За тобой едут? Покажи грудь и удали трансляцию. Я не буду рисковать своим аккаунтом. Вы не бросили съемки в порно? В порно я не снимаюсь. Я снималась с ним 10 лет назад. Это было очень давно. И с тех пор больше ни разу не снималась. Но, кто знает, возможно. Когда-нибудь, блин. Это жопа какая-то. Так, дорогие друзья, значит, у нас так не получится. Я понимаю, чувак, прости, я туда-сюда езжу. У нас не получится таким образом сделать, потому что тот навигатор, который в телефоне, с которого я разговариваю, только по нему возможно доехать по адресу. По этому навигатору доехать по адресу невозможно. Мне придется отключиться, подключиться к вам через 5 минут. Хотя, в принципе, давайте я вам покажу часть тела, потом отключусь и доеду по своему адресу. Ну, давайте что-нибудь да покажу. Кусочек груди. Опа. Опа. Все. Сосок показывает. Нельзя. Я вас целую. До новых встреч. Своя? Конечно, моя. Купила.